Я Лунтик. Здесь я живу и играю с друзьями. Присоединяйся к нам. Ты можешь ходить вместе со мной, нажимая на правую или левую часть экрана. А еще здесь повсюду много моих друзей. Ищи места, на которые можно нажать, чтобы познакомиться и поиграть с ними. Что будем делать? Лунтик, я так рад приходу весны! Давай устроим по этому поводу небольшой праздник. Я хочу отметить приход весны веселым пикником на свежем воздухе. Ведь это очень полезно. А кроме того, очень вкусно. Правда, я никогда не думал, что накрывать на стол такое трудное занятие. Поможешь мне, Лунтик? Ну, конечно. Ведь друзья потому и называются друзьями, что всегда готовы прийти на помощь. Рассказывай, что у тебя стряслось? Понимаешь, Лунтик, пока я носил на лужайку все, что нужно для пикника, посуды и разные другие предметы совершенно между собой перепутались. Поможешь мне найти нужные предметы? С удовольствием. Ты только скажи, что мне нужно делать? Я буду ставить на стол все предметы, которые у меня есть. Среди них будет один предмет, который чем-то отличается от остальных. Ты должен найти этот предмет и показать его мне. Справишься? Попробую. Тогда начнем. Внимательно смотри на предметы и выбирай тот, который не похож на остальные. Поможешь нам? Просто ищи предмет, не похожий на остальные, и щелкай по нему мышкой. Это правильный ответ. Как здорово, что ты мне помогаешь. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Молодец, Лунтик. Этот предмет не похож на остальные. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Это правильный ответ. Как здорово, что ты мне помогаешь. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Все верно. Ты просто молодец, Лунтик. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Это правильный ответ. Как здорово, что ты мне помогаешь. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Молодец, Лунтик! Этот предмет не похож на остальные. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Это правильный ответ. Как здорово, что ты мне помогаешь. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Молодец, Лунтик! Этот предмет не похож на остальные. Приготовься. Сейчас я поставлю на стол новые предметы. Все верно. Ты просто молодец, Лунтик. Мы почти все сделали, Лунтик. Осталось найти последний предмет. Ура! У нас получилось! Спасибо тебе, Лунтик. Да не за что. Честно говоря, мне даже понравилось. Если захочешь снова помочь мне разобрать посуду, приходи, у меня ее еще много.